Это дом, то есть такой индивидуальный дом, да, вот этот. Не индивидуальный, это не по-русски, это частный дом, частный. Частный дом. А это дом с квартирами. Вот здесь квартира, вот здесь квартира, да. Здесь одна семья живет, здесь другая семья живет. Семья. Так. И вот. Семья. Да? Здесь живет одна семья, здесь живет другая семья. Это квартира. Или апартаменты. Апартаменты. Но апартаменты нормально, но не по-русски. Вот по-русски это квартира. Квартира. У тебя дома ремонт? Что такое ремонт? Ремонт. Смотрите, вот дом. Есть дом. И вот Фил живет в доме. Да? Вот он живет, ну, например... Так, это у нас линия времени. Линия времени, да? Сейчас 2020 год. И Фил живет в доме, ну, например, 5 лет. Например. То есть 2015 года. И нет, давайте так. Давайте вот так. С 2000 года. Вот. 20 лет. 20 лет Фил живет в этом доме. И дом уже, ну, такой старый. Старый. А? Старый. Да. И Фил думает, так, ну как-то вот это старое, это тоже старое. Надо делать ремонт. Надо делать ремонт. Ремонт это когда вы красите, я не знаю, все там. Чините, все делаете в доме. Дом был старый, и вы делаете ремонт, и дом как новый. Такой красивый, и все чисто, красиво, и все новое. Вот это ремонт. Вы сделали ремонт.